Скандальная эстакада, которую задумали как продление от трассы здоровья от 10-й фонтана до морской симфонии, снова на ремонте. На этот раз для проведения работы эстакаду перекрыли частично. Якобы для того, чтобы наконец довести начатое дело до конца. Подробности знает мой коллега Ильян Аксенов. Эстакада, которая задумалась как продолжение трассы здоровья, оказалась частично перекрыта в районе 10-й станции Большого фонтана. С 11 мая здесь возобновились строительно-ремонтные работы. Одна бригада сейчас прокрашивает несущие опоры и нижнюю часть конструкции, другая уже подготовила бетонное основание для заливки наливного пола. Отмечу, что согласно проектной документации, покрытие эстакады должно быть комбинированным. Асфальт, наливной пол, тротуарная плитка. Отмечу, что большая часть эстакады сейчас доступна как для пешеходов, так и для велосипедистов. А перекрытый участок можно объехать с двух сторон. Что же касается самих работ, то специалисты говорят, что ориентировочный срок их окончания около месяца, да и то, если будет позволять погода. Напомню, что строить переход начали еще в начале 2018 года. Полностью сдать его планировали в июле того же года, однако сроки постоянно сдвигались. В марте под эстакадой начали строить многоуровневый паркинг. Работы на объекте временно прекратились. А в мае 2019 года на ремонтируемом участке обнаружили оползень, пришлось укреплять склон. В итоге объект до сих пор не выдан, а его стоимость с 28 миллионов гривен возросла уже до 74. Одесситы постоянно критикуют эстакаду за низкое качество работ.